Добрый день, это «Финансы Лайт» и я, Елена Климачкова, тренер-консультант по этикету. Всегда поступай правильно. Это доставит удовольствие некоторым и удивит прочих, говорил Марк Твен. Давайте разбираться, как именно правильно. Знаете ли вы о том, что за 10 секунд можно сформировать впечатление о партнере? 10 секунд, скажете вы, это очень быстро. Давайте представим. Пешеходный переход, зеленый свет, и вы пешеход. 10 секунд. Это достаточно много. Итак, к сути. Три блока, которые являются яркими оценочными показателями. Первое. Как человек выглядит. Внешний вид, то есть общее впечатление об одежде человека. Об этом мы говорили в предыдущих выпусках программы. Найти их можно на YouTube-канале РБК Новосибирск. И невербалика. А это осанка, походка, мимика, длительность визуального контакта, позы, жесты, как сидите, как стоите, дистанция, на которой вы общаетесь с деловым партнером. Все это имеет огромное значение. О невербалике у нас будет отдельная тема. Это интересно, не пропустите. Второй блок. Как человек говорит. Голос – это очень яркая имиджевая характеристика. Здесь важен вопрос именно, как говорит человек, не столько, что он говорит, так как это уже относится к содержательному контенту. Кратко о параречевых коммуникациях. Первое. Темп речи. Говорим не слишком быстро и не растягиваем слова. Дома чаще читаем с выражением и на скорость любой текст. Второе. Дикция. Речь должна быть чистой. Если нет, то работаем над этим. Третье. Артикуляция. Это то, как работает наш артикуляционный аппарат. Если вы невнятно говорите, то автоматически понижаете свой статус. Четвертое. Интонация. При разговоре не стоит кричать ровно так же, как и не стоит говорить шепотом. Также будет красиво, если ваша речь будет обладать ритмикой. Это то, что является основой стихотворной речи. Поэзия дает отчетливое понимание ритмики речи. Читайте чаще стихотворения, а лучше учите наизусть. Пятое – орфоэпия. Это звукопроизношение или правильно поставленное ударение в слове. Учим слова, в которых мы забываем, на какой именно слог ставить ударение. Звонит или звонит? Как правильно? Следим за правильностью ударения в словах. Шестое – фоногеничность. Это то, как звучит наш голос и, соответственно, то, какой образ создает ваш голос. В бизнесе принято разговаривать средним тембром голоса. Третий блок – как человек себя ведет. Это уже конкретные навыки делового общения, связанные с такими вопросами. Как вы вошли в дверь? Как вы поздоровались? Как представились? Если предстоит такая ситуация, где вы представляете одного человека другому, что делать с телефоном? Куда поставить сумку? Куда деть зонт и в каком виде его оставить? Как вы будете управляться с горячими или холодными напитками, если вам подали и многое другое? О конкретных навыках делового общения мы поговорим с вами в следующем выпуске, где рассмотрим 15 параметров профессионала. То, о чем сегодня мы с вами говорили, имеет и обратную историю. То есть, зная этот язык, мы не только оцениваем деловых партнеров, и они, в свою очередь, делают то же самое. Поэтому, слушая сегодняшний выпуск программы, важно пальчик, в первую очередь, повернуть на себя. В курсе «Инвестируй в себя» от консалтинговой группы компании «Жажда жизни» есть мой авторский блог, посвященный именно деловому этикету, где мы подробно разбираем важные аспекты делового этикета. С вами была Елена Климачкова. Смотрите «Финансы Лайт» и рубрику «Деловой этикет» на РБК. До встречи!